Здравствуйте, товарищи рыболовы! В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной приманке очень популярной формы. Выпускается компания Trout Pro. Приманка называется Суймуно. В данном случае 3-дюймовая версия, длина которой составляет 75 мм. Одна такая приманочка силиконовая весит 2 грамма. В упаковке поставляется она по 10 штук. Как видите, приманка очень популярной формы, имеет длинное червеобразное такое тело и небольшую пяточку на хвосте. Что, естественно, говорит нам о том, что перед нами как раз-таки виброхвост. Приманка изготавливается из съедобной резины с большим количеством аттрактанта и с добавлением соли. Если присмотреться, то кристаллы лейки соли видны даже на поверхности приманки. Данные приманки приобретаю уже не первый раз. В силу своей небольшой стоимости, почти что перешел исключительно на них, стоят недорого. Как все мы знаем, что съедобная резина живет относительно недолго. И не вижу никакого смысла сильно переплачивать. Зачем платить больше, если ловит больше, более дешевая версия? А данная форма встречается, в принципе, у большинства производителей. И вот мне понравилась как раз-таки версия от Trout Pro. Приманку можно оснащать различными способами. Будь то джиг-головка классическая с жестко закрепленным крючком, либо же какие-либо шарнирные оснастки. Но я предпочитаю оснащение таких приманок офсетным крючком, дабы снизить вероятность зацепов. Потому что перевязываться на рыбалке – это еще то удовольствие, поскольку если рыба клюет, то дорога каждая минута. На данный размер отлично попадаются даже от хорошие трофейные окуни. И также окуни относительно небольших размеров. Я бы сказал бы даже, то есть средние, начиная от 300 грамм и выше. Бывают, конечно, случаи, что и клюет даже вполне небольшой. И также по щуке. Щука берет данную приманку очень хорошо. В силу своей интересной формы, высокой ребристости и относительно мягкого силикона, в то же время упругого, приманка очень живая. Хвостик при проводке создает высокие колебания, плюс ребристое тело также в свою очередь вызывает дополнительное возмущение в водной среде, что, естественно, не остается незамеченным хищником. Так что данную резину можете смело приобретать и ловить. В двух словах, резина просто ловит. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.